Сегодня 6 сентября 2024 года, и мы обживаемся в шахматной студии. Наша цель по пятницам проводить гибридные шахматные сеансы, матчи, турниры, самые разные варианты, именно гибридные. Сегодня с нашими ребятами играет кандидат в мастера спорта Сергей Руденко из Украины. Игра происходит на электронных шахматных досках. Ребята делают ходы, Сережа их видит на экране и делает ходы мышкой, и на часах на электронных эти ходы отображаются. Нажимать пока часы необходимо вручную, и ходы тоже делать. Контроль времени 10 плюс 10 сеансеру, 10 плюс 5 участникам. Подключение через программу Zoom. Включена демонстрация экрана с возможностью управлять мышкой.